Мое имя Бахрин Салихов. Я председатель коммерческого кооператива «Латиф Муродов» Гисарского района Республики Таджикистан. Значит, что у нас производится? В основном это крупный рогатый скот. И другое, чем мы занимаемся, это производство семенных материалов для растениеводства. В основном, но у нас для растениеводства выделено определенные гектары, что первичные семеноводства тоже наши ребята занимаются. И некоторые сорта в Таджикистане с помощью учеными тоже выводится. В основном мы раньше работали с Краснодаром. Те семена, которые мы оттуда привезли, здесь размножали и потом дали другим хозяйствам, чтобы здесь тоже урожайность повысилась. Потому что мы с Кубанским научно-исследовательским институтом у нас очень тесные связи, которые мы здесь некоторые даже их не сорта, здесь мы как районируете. Районировали, потом передали другим хозяйствам, чтобы они... А что именно это в растениеводстве? Ну, что выращиваете? Это в основном пшеница, ячмень, кукуруза. Вот эти растения, которые у нас производились, и мы размножали в Республике Таджикистан. А поля-то сколько гектар? Ну, у нас где-то более 1050 гектаров, 52 гектара поливные земли, потом 360 гектаров это багарные земли и 2500 пастбища. Потому что у нас, мимо того, что крупный рогатый скот, у нас есть лошади, у нас еще мы производим баранина, у нас барани тоже есть, который вот весь спектр нашего. И сейчас, в последнее время, мы стали производить овощи, потому что раньше у нас было, в основном мы производили хлопок всегда, сейчас наша ориентация пошла на овощи, в этом году где-то 61 гектар, в 2016 году мы будем собирать 63 гектара лука, где-то 35 гектаров картофеля ранних и другие продукции, которые производятся. Большое хозяйство-то у вас, большое, да? Таких немного, наверное, в республике с такими объемами. Раньше было, сейчас мало осталось. Ну, а сейчас те дихканские хозяйства, которые тоже есть, они тоже хорошо работают и производят ощутимые продукции. Понятно. А скот у вас какой? Молочный? Какие породы? В основном у нас черно-пестрая порода. Таджикский тип, который? Таджикский тип, да. Ранированный тут, мы здесь размножали, сейчас где-то 360 голов дойных коров у нас. День где-то сейчас зимой чуть продукции, которые сейчас меньше мы берем. Летом, я думаю, уже началось, что летом уже у нас весна, сейчас через 2-3 дня мы будем косить и давать на зеленый корм. Я думаю, быстро увеличится удой коровы. Сейчас, в прошлом году, в 2015 году, где-то у нас каждый коров было 5600 литров молока. За год? За год, да. За лактацию? За лактацию. А скажите, пожалуйста, сколько народу работает у вас? Где-то 1400 человек. 1400 человек? Да. Хорошо. У вас очередь, чтобы попасть к вам в хозяйство на работу? Стараются, да. Иногда вот люди хотят, чтобы работа была, работали они. Ну, потому что у нас вовремя зарплату выдаются. Даже задолженности азартной платы у нас нету. Мы все время стараемся угодить своим работникам, потому что они тоже работают, должны, у них дети, мы должны оплату произвести вовремя. Все верно. А если не секрет, какая зарплата? Где-то 540 средний. 540 в среднем, да. Сомони. Да, в месяц.
это мы можем умножить на 11, да, примерно 11, это в районе, наверное, 6 тысяч как-то получается, да? Ну, знаете, некоторые места, которые, это в среднем считается, ну, допустим, на ферме где-то 1800, даже вот некоторые передовые работники, 1800 сумму не получают они. А у них зависит зарплата от того, что, да, от качества? Да, от качества, от допустим, вот зарплата берется от жирности, от плотности, вот, допустим, или каждый месяц мы будем взвешивать свой скот, который привез взяли, тоже от этого мы должны высчитывать, потом даем своим работникам. Понятно. Чем лучше работаешь, тем больше получаешь. Да, да. Это правильный подход. И везде так. И на растениеводстве, и в животноводстве, или в овощеводстве, везде все учитывается по производству продукции.